Сколько? Берем эта улица Кирова. Сколько здесь колодцев? Это значит, ну, можно было уже узнать, хотя бы по Кирову. Ну, я перечислил много, да, и до 22.07. Но если мы так будем, то, значит, это очень долго будет. Поэтому здесь, естественно, вникает и руководитель ДРСУ. Вы знаете, может быть? Ну, там, где по проекту есть, мы сейчас еще тоже не смотрели, 6 колодцев. Но, как сказала Олег Владимирович, что при фрезерировании можем мы еще выкопать. Это как обычно. Может, закатано, да? Да, да, может, где-то брошено и закатано. А так, в принципе, ну, я думаю, что их будет больше, 6. Олег Николаевич, вы понедельника на общем аппарате доведете количество покидок.